Епифанцев, вперед! Вот с этим криком Епифанцев вперед. В исполнении Насти Давыдовой начинается пятый раунд. Епифанцев действительно бросается вперед, понимая, что, может быть, четвертый он чуть-чуть проиграл. Алла Борисовна. Все может быть, потому что бывает такой момент, когда чувствуешь, что безнадега пришла. Да. Вот. Летишь. Летишь на противника. Но вот смотрите, Журавлев не так уж дает ему лететь. Епифанцев летит вперед, чуть-чуть пустив руки, забывая о защите. И когда он входит в ближний бой, тут в размене ударом он очень хорош, но на дистанции Журавлев опасен. Ой-ой-ой-ой, то ли останавливаться нельзя. Как только Журавлев застаивает сегодня соперник, он пропускает страшные боковые удары Епифанцева. Последний раунд, последняя минута. Равный бой. Кто выиграет последний раунд, его выиграет. Кто выиграет последние секунды раунда, выиграет этот раунд. Очень равный бой. Первый раунд выиграл Епифанцев. Но дальше все по чуть-чуть. В одну сторону, в другую. Не возьму делать прогнозы. Володя, терпи, родной. Терпи. Последние секунды. Тебе страшно тяжело. Я за тебя болею. А Алла Пугачева за Журавлева. Ну, потому что я чувствую, что его удары несколько смягчены. Он видит хорошо, когда Толя Журавлев. Смотрите, Епифанцев бросается. Он сильно отходит. Легко в отходе и контратакует. Да. Красиво играет Журавлев, ничего не могу сказать, но мужество Епифанцева просто поражается. Последние секунды. Епифанцев идет. Журавлев уже перестал. Давай, Епифанцев. Последняя атака Епифанцева застает гонку в атаке. Все, не. Да. Ну, обнимитесь, ребята. Какой бой, боже мой. 47. И единогласным решением боковых